красные гвоздики как символ благодарности. И спустя 69 лет самарцы не забывают тот август. Ожесточенная борьба длилась 49 дней. В битве на Курской дуге участвовали свыше 1 000 000 советских солдат. В их арсенале было 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов. Кто-то умирал от вражеской пули, кто-то от голода. Тамара Тимофеевна Зинченко рассказывает, кроме перловой каши есть было нечего. Ну а она, 16-летней девчонкой, все равно добровольцем ушла на фронт. С автоматом наперевес рвалась в бой, порой не осознавая всей опасности. Бомбежка была. И бомбы падают. И мне кричат, это самое, взрослые. Девочка, ложись. А я думаю, я, чтобы легла перед немецкой бомбой, ни за что. Я не понимала даже, что я думала, бомба, если падает, она не разрывается. А она же разрывалась. За дни сражения погибло 180 тысяч советских солдат. Такова цена переломной битвы. После ее завершения стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону Красной Армии. С каждым годом к вечному огню приходит все меньше ветеранов. Сегодня в живых осталось не более 70 самарцев, участников той битвы. Самому молодому 85 лет, самому старому, как говорят, по возрасту 95. Впервые мужчины по возрасту стали преобладать над женщинами. Положение их такое, и ходячие, и неходячие, и глухие, и слепые есть. Ветеранам, о которых некому позаботиться, помогает Тамара Тимофеевна. В свои 85 она ведет активную жизнь и до сих пор любит перловую кашу. Рассказала, придет сегодня домой и обязательно сварит в честь годовщины. Шрапнель! Перловка называли шрапнель. Мария Ваткина, Артем Сулайманов, ГИС. События.